Йоговский чай чрезвычайно полезен. Попробовав его однажды, вы уже не сможете от него отказаться. Это мое мнение, но решать вам. Пряности отлично сочетаются в этом чае, помогут вам очистить кровь, улучшить пищеварение, восстановить нервную систему и физические силы, защитят от гриппа, простуды, поднимут настроение. Желающие получить более мощный эффект очищения могут отказаться от еды на 3 дня, заменив ее этим чаем. Нужно выпивать от 10 до 21 чашки йога-чая в день. Йоговский чай обладает прекрасным вкусом и может стать отличным заменителем утреннего кофе благодаря своему энергетическому эффекту. Что нужно? 9 бутончиков гвоздики, 9 штук кардамона, 1 палочка корицы, 4 чайные ложки куркумы, 5-10 чайных ложек имбиря, пол чайной ложки хорошего черного чая. Приготовление. Дозировку специй можно менять по желанию, то есть варьировать по вкусу. Возможно, чего-то вы захотите положить больше, чего-то меньше. Все ингредиенты, кроме чая, чай добавляется в самом конце. Положить в кипящую воду 2 литра, прокипятить на медленном огне 5 минут. Добавить 1 стакан молока и довести до кипения. По желанию можно добавить немного молока. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки и жмите на колокольчик. Нам будет очень приятно.